Закончился упрощенный порядок, в котором не участвовали органы власти. Теперь при оформлении индивидуальных жилых домов, то есть при регистрации права собственности, гражданин обязан уведомить органы власти о начале и об окончании строительства, приложив определенный комплект документов. При этом орган власти обязан, соответственно, при получении этого уведомления и согласии с этим уведомлением обратиться самостоятельно в Росреестр за постановкой на кадастровый учет этого жилого дома. То есть не гражданин, который закончил строительство, ставит его на кадастровый учет, а орган власти. И после этого уже гражданин регистрирует право собственности за собой. Для жилых домов, которые строятся уже сейчас, упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 марта 2019 года.